позичаєте гроші і не турбуєтесь, коли вам їх повернуть. Наче і заробляєте непогано, та все одно грошей хронічно не вистачає. А все тому, що гроші не люблять недбальства. Ви можете написати три слова. Економіть нельзя зарабатывать. Вот эти три слова есть, да, и нам нужно просто поставить запятую. Если вы говорите «экономить нельзя, нужно зарабатывать», ответ понятен. Багатство не завжди робить щасливим. Проте гроші часто можуть стати ключем до щастя та мрії. Психологи радять ніколи не вживати фрази «у мене немає грошей» та «бідність». Бідність и какие-то представления, установки, наверное, да, о том, что у меня нет денег, они являются очень вредными. Не может не быть денег. Если у вас в кошельке есть хотя бы одна копейка, у вас деньги уже есть. Всегда чувствуешь, что у тебя лежат деньги в сейфе, в кошельке, что они у тебя есть, даже если их у тебя нет. Вот это такое святая уверенность, что деньги есть, и они всегда будут, и никогда не будешь терпеть с этим нужды. Но есть один маленький-маленький секрет, при этом нужно работать. Намагайтесь попри всі негаразди завжди виглядати на мільйон доларів. Адже зазвичай гроші приходять до тих, в кого вони вже є.